Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня пятница, я Анатолий Голя. 2,5 месяца парламент бездействовал, так как большинство депутатов было занято избирательной кампанией в пользу того или иного кандидата на пост президента. И вот после выбора депутаты вспомнили о своих давних предвыборных обещаниях избирателям, но и о своих некоторых корыстных интересах. Исходя из этого, вчера часть депутатов принимала без обсуждения спорные законы, другая часть пыталась этому помешать, тоже довольно спорными методами. Сегодня это продолжилось в составе новой коалиции в парламенте фракции партии социалистов, партии ШОР и перебежчиков из Промолдова, которые раньше ушли из Демократической партии. При этом остальные фракции и группы сегодня бойкотировали заседание. Такова сегодня ситуация в парламенте. О том, что происходит в законодательном органе власти, о молдавской политике, о кулуарах молдавской политики, но и о том, что происходит в Демократической партии, поговорим сегодня с председателем Демпартии Павлом Филиппом. Добрый вечер, господин Филипп. Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Вы можете нас смотреть также на Фейсбуке, в социальных сетях. Господин Филипп, что, на ваш взгляд, происходит в парламенте? Новая коалиция существует де-факто, ее нет де-юре, опровергают, что она существует, но мы видим, что уже пошла, как говорят в народе, раз пошла такая пьянка, да, то распределяй последние должности. Ну, не так просто все описать, что происходит в парламенте, но первое, что я хочу сказать, кощунство всего вот этого заключается в том, что у нас очень критическая ситуация с этой пандемией. У меня родственники, я думаю, что у каждого человека есть близкие люди, которые... Круг сужается. Да, которые на сегодняшний день находятся в интенсивной терапии, мы теряем людей. И мы говорили не один раз, что нужно принять хотя бы какие-то элементарные меры предосторожности. Но на фоне всего этого мы видим, что в парламенте занимаются совершенно другими делами. Я внес предложение создать срочно специальную комиссию, в течение недели выработать какие-то меры, для того, чтобы хоть как-нибудь притормозить или чтобы людям было понятно, что кто-то заботится о их здоровье. На этом фоне распределяются должности. Я так и не понял, в чем была срочность всех этих законов, которые часть вчера проголосовали, часть сегодня проголосовали. Первое. Второе, для меня очень странное, что так рьяно отказываются признавать, что они создали коалицию социалисты с ШОРом. Я видел, что с одной стороны выступают социалисты, несколько раз повторяя, что никакой коалиции мы не собираемся создавать. Я видел, как мы привыкли уже по видеообращению ШОРа, то, что они не собираются создавать коалицию. Для меня вот это очень странно, потому что политически было бы правильно, наверное, сказать, что мы сделали. Вот у нас есть парламентское большинство, и мы таким образом будем работать политически дальше. Политически это было бы неправильно, потому что... Но с другой стороны, я сегодня сказал в брифинге, как будто у них есть невеста, но они стесняются эту невесту показывать. Понимаете? Поэтому вот в этом странность всей этой ситуации. И последнее. Вы знаете, вот я говорил сегодня в самом начале о критическом положении, там, что касается этой пандемии, этого вируса. В быту своих должностей я проходил много кризисов. Я хочу сказать, что не страшны кризисы там, ну, на сегодняшний день, скажем, в здравоохранении. Были кризисы в экономике, финансовые кризисы. Да, тяжело, трудно, но через эти кризисы можно проходить. То, что происходит сегодня, мне кажется, что мы где-то сползли в какой-то моральный кризис. Деградация.
то, что происходит в парламенте, потому что ну, нельзя таким образом издеваться, чтобы вот сегодня управляет практически господин Шор. Мы все это видим, и невозможно это скрыть. Я не знаю, почему это происходит. Часть этих законов, которые были приняты, понятно, где скрываются и какие интересы. Я себе говорил очень коротко, даже вот как они пытаются прятать за какими-то громкими там законопроектами финансовые схемы, только по сигаретам. Вот я насчитал в этом году уже где-то 160 миллионов убытков или недополучило государство. Они хотят узаконить и дальше. Это очень сложная схема, но просто я работал в этой отрасли, мне совершенно понятно, что там происходит. Вот в этом плане никто не пытается разобраться, а говорят о высоких материях. Поэтому... Может быть, это специально делается, отвлекается внимание, чтобы принять закон о бюджете без обсуждения, не вдаваться в эти схемы, потому что сегодня никто не говорит, в принципе, про закон о бюджете. Все говорят там, ну, мы поговорим про стадион, про СИБ, про что хотите, про аудиовизуал, про язык. Обычно, когда хотят воровать, вбрасывают мнение, на каком языке разговаривают. Ну, я думаю, не только это. Здесь несколько элементов. С одной стороны, и то, что вы говорите, но у нас как-то такая практика создалась у нас в нашей стране, что как что-то серьезное, большой кризис или нужно отвлечь внимание людей, у нас что выходит на первом плане, на каком языке мы разговариваем, потом русский, румынский, название языка, название, идентичность там, и все такое. Поэтому я думаю, с одной стороны, и это, и, кстати говоря, мне не понравилось, потому что всегда вот эти грязные дела как-то делаются под прикрытием каких-то европейских директив. И здесь на первом месте какая-то европейская директива об этих сигарилос и все такое, но никто не хочет в сути вникнуть. И не только это, вот по люстрации мы видели. Я думаю, что это все связано гораздо шире. Нужно раскрыть или смотреть элементы, которые привязывают здесь. Я думаю, что связано и с кражей миллиарда. Я думаю, что есть интересы как-то заставить изменить мнение или добиться чего-то от Национального банка, от Национальной комиссии по финансовому рынку. Поэтому, с одной стороны, как будто такие невинные проекты, но с другой стороны, я думаю, что есть определенные и финансовые интересы, кроме политических. Получается, что вот в этой всей ситуации Демократическая партия является чуть ли не самой пострадавшей стороной. Потому что вы сегодня лишились в парламенте практически всех руководящих должностей, которые занимали ваши представители. Да, может, кто-то еще остался. Наверное, кто-то остался в комиссиях, но господин Жиздан лишился должности председателя комиссии по обороне и безопасности, госпожа Бабук – вице-председателя парламента, господин Чубук – председателя комиссии по сельскому хозяйству. Но мы можем спать спокойно. Оборона, безопасность в надежных руках Серджу Сырбу и сельское хозяйство в надежных руках Марины Таубер. Что Демократическая партия, как вы расцениваете, это месть вам конкретно, это против вас направлено? Ну, вы знаете, это нас не расстраивает, потому что если смотреть чисто политически, ну, создалось парламентское большинство, поэтому, то есть это может быть определенное нормальное явление, хотя то, что касается отставки вице-председателя парламента, то это ни в какие ворота не лезет, это просто месть, я думаю, что даже не... Я не знаю, кого там. Либо тех, которые обижены были когда-то у коммунистов, потом в Демпартии, потом в Промолдова, потом в партии ШОР. Я не знаю, кого. Я думаю, что социалисты на сегодняшний день просто исполняют какие-то пожелания господина ШОРа. Я Почему? Не знаю, в чем они обязаны ему. Ну, наверное, договоренности они намного раньше. Потому что если вернуться немножко
назад, то нам то давно были эти сигналы, что есть какое-то общение между, между господином Дадоном и Ишором, то есть что-то готовилось, мы это чувствовали, у нас не было доказательств, но это было как бы ощутимо. Это знаменитая черная сумка, которой размахивал господин Шор на пресс-конференции? Я не знаю, я не буду вникать, потому что я не знаю, что именно и как, но то, что были определенные договоренности, то есть мы это чувствовали, как я говорил, не имели доказательства. И вот свершилось. То есть на сегодня, вчера-сегодня мы видели, что это все-таки свершилось. В чем обязанности, я не могу понять. Я наблюдаю, как искусно стараются депутаты, вступившие в эту новую коалицию, которую кто-то назвал Шордон, как искусно уходит от фракции ШОР. Я вас хочу спросить как депутата, что такое платформа? В парламенте нет, в регламенте парламента, насколько знаю, есть фракции, которые создаются там в течение 30 дней после выборов. Есть группы, это было внесено при господине Плохотнюке специально для группы «Лянка», которая вышла тогда. Что такое платформа? И каким образом эта платформа узаконена? Почему она имеет представительство в постоянном бюро парламента? Известно, что в течение 6 месяцев после выхода из фракции депутаты обязаны оставаться независимыми депутатами. На каком основании им дают должности, они представляют какую-то платформу? Ну, слушайте, далеко происходят недемократические процессы, вы совершенно правы здесь, потому что нет никаких оснований, мы об этом сегодня говорили на постоянное бюро парламента, просто привычка вот такая, у них есть большинство голосов, есть такая договоренность и просто идут по беспределу, поэтому я думаю, что нам еще много работать до того времени, как мы сможем называться демократическим парламентом, демократическим обществом. Поэтому я и говорил, что на сегодняшний день самое страшное, что есть какая-то деградация или просто моральный кризис. Потому что есть определенные красные линии. Я не могу представить, вот я хочу себя ставить на место этих людей, которые уже перебежали в 3-4 партиях, да, и говорят о высоком. Постоянно вот находят какие-то объяснения, что то им не нравился там партийный лидер, потом им не нравилось то, что мы создали коалицию с социалистом, вот они с социалистами, вот они это вот пошли нам, в промолдову и ушли в промолдову для того, чтобы вот в конце концов оказались с Шором и вместе с социалистами. То есть понятно, для меня как для человека с психологической точки зрения я прекрасно понимаю, потому что никто не выйдет и не скажет, что мне дали там кучу денег, да, и, конечно, я не могу стоять, потому что это мои принципы. Поэтому я говорю о каком-то моральном кризисе. Но не все же можно измерять деньгами. Все-таки есть у тебя и дети. Об этом вы думаете, что есть? Говорить. Депутаты, которые голосовали за закон в иностранной пропаганде, теперь голосуют за отмену закона в иностранной пропаганде. Депутаты, которые голосовали за перевод СИБА в одну сторону, голосуют в другую сторону. Вот поэтому на ваш ответ, то есть ничего страшного в том, что реформатируются комиссии, там меняются председатели комиссии. Страшно в другом, каким образом это происходит, или те законы, которые были приняты. Каким образом они были приняты, каким образом голосовали. Я не приветствую то, как оппозиция вчера себя вела в парламенте. То есть совершенно неправильные методы. Но я не приветствую, и как социалисты голосовали за эти законы за одну минуту, там они проголосовали 5-6 законов, за 5-6 законов. Есть, вы знаете, блокирование трибуны парламента, это тоже своего рода инструмент протеста. Да. Ну, они представляют с места. Вот. Но когда уже начинается и переходят через какие-то красные линии, то есть это сигнал власти для того, что слушайте, нужно остановиться. Значит, нужно
остановиться и попытаться на какой-то определенной платформе обсудить эти законы, находить компромисс, там, созвать председателей фракций, создать постоянное бюро. Но когда вот идут по беспределу, конечно, вы знаете, как сила вызывает противостояние, или как лучше противостояние выразиться. Да. Но вы когда говорите о том, что есть методы протеста парламентского, то я должен напомнить, что в январе 2016 года социалисты блокировали, будучи в оппозиции, блокировали трибуну парламента, не разрешали утверждать правительство Филиппа. И вы тогда тоже не совсем демократическими методами сформировали правительство, присягу принимали в 12 ночи без прессы. Поэтому все это порождает, то есть это продолжение каких-то плохих традиций в парламенте. Мне кажется, я вчера выступал вместе с фракцией на брифинге в парламенте, и я говорил о том, что они наступают на те же грабли. Да, я член демократической партии, занимался непосредственно деятельностью партии, но я видел все, что там произошло. В конце концов, мы выучили этот урок. Да? И я говорил, что не надо наступать на те же грабли. То есть то, что делают на сегодняшний день социалисты, ну, мне кажется, даже хуже то, что творилось иногда. Мы это осознали, мы это осудили на заседании Национального совета партии. И на сегодняшний день партии совершенно другое политическое формирование. То есть, ну, я не буду же отрицать, что в прошлом там не происходило. Но это не означает, что это нужно повторять. Поговорим о демпартии во второй части программы. Что касается парламента, вы даже трудно согласен найти эпитеты того, что происходит в парламенте. Беспредел, деградация, полная безнравственность. Но вы продолжаете считать, что не нужны досрочные парламентские выборы? Вы до сих пор говорили, что досрочные парламентские выборы не нужны. Вот эта ситуация показала уже, что нужны или не нужны, на ваш взгляд? Но когда я говорил, что не нужны парламентские выборы, во-первых, нужно понимать, что я имел в виду. Я не говорил категорически, что вот мы должны до 2023 года работать в таком составе в этом парламенте. Я просто пытался объяснить, что такое на сегодняшний день досрочные выборы для Республики Молдова. Понятно, да. Вот я это имел в виду. Поэтому досрочные выборы после того, что произошло сегодня и вчера. То есть сейчас, вчера понимаю, и сегодня вы изменили свое мнение. Я понимаю, что без досрочных выборов мы ничего не исправим. Это еще не панацея, что досрочные выборы. Вот я это хотел спросить. А вы уверены, что следующий парламент будет лучше? Совершенно не уверен. Поэтому, когда я вышел с предложением, что можно садиться, там, парламентские фракции или партии, которые представлены в парламенте, для того, чтобы обсудить, что мы делаем с страной в этот период времени. Потому что 2019 потерянный год для страны, 2020 потерянный год с пандемией, там, засуха и президентские выборы. Теперь досрочные парламентские выборы, похоже, что 2021 год тоже потерянный для нашей страны. Потому что нужно понять, это ж как это произойдет. Я думаю, что нужно, правительство уходит в отставку, 3 месяца не назначается правительство. 45 дней, если будет первая попытка. Но если президент никого не будет выдвигать, тогда нужно ждать 3 месяца, скорее всего. И потом распуск парламента, и потом парламентские выборы, и потом еще переговоры по созданию парламентского большинства. Я думаю, что это легко можно дойти до сентября месяца 2021 года. И что произойдет со страной в этот период времени, вы знаете, что никто из финансовых институтов не будет разговаривать с правительством в отставке, которая, и многое-многое другое. Поэтому, когда политики говорят о том, что вот мы думаем о народе, думаем о стране, должны в первую очередь ответить на этот вопрос. Поэтому, если все пришли к выводу, что мы не
справимся без досрочных выборов, нужно садиться и понять, как мы идем к досрочным парламентским выборам. Я думаю, о досрочных выборах поговорим, у нас короткая реклама. После рекламы мы поговорим о том, как можно прийти и что может случиться. Оставайтесь с нами.
Мы вернулись в прямой эфир. Напоминаю, беседую с председателем Демпартии Павлом Филиппом. Мы говорили про выборы, господин Филипп. Я вас прервал. Мы все знаем, какова процедура добиться досрочных выборов. И вот вы говорили, что нужно обсуждать. То же самое сегодня социалисты сказали. Господин Батрынча уже делегирован в качестве представителя партии социалистов. Они обратились ко всем фракциям обсуждать по одному представителю. Откликнулась пока, естественно, только фракция ШОР. Очень быстро. Очень быстро, сразу, да. Вы намерены участвовать в этих консультациях с социалистами? Но есть небольшая разница. Тогда, когда я говорил, это было непосредственно после президентских выборов, когда все было тихо. То, что произошло потом, нам социалисты просто впихнули вот эти все законопроекты, проголосовали. И после этого беспредела, да, выходят и говорят, а теперь давайте будем сядем за стол переговоров. Я думаю, что очень трудно будет на сегодняшний день, после того, как изнасиловали всех, давай теперь будем говорить спокойно. То есть об этом нужно было говорить сразу после президентских выборов, как раз то, к чему я призывал. Я думаю, что тогда очень спокойно можно было сесть и поговорить. К сожалению, я видел, что никто не захотел этого. Но на сегодняшний день, я думаю, что тоже возможно. Они должны вернуться и отменить все, за что они проголосовали. Хотя мне кажется, что есть абсолютно все предпосылки для того, чтобы Конституционный суд это отменил, потому что там явно было с нарушениями процедур. Некоторые законы даже неконституционные, насколько мне сказали юристы. Но в любом случае, то есть нельзя насилием кого-то заставить, я знаю, вот эти знаменитые операции принуждения к миру, но я думаю, что на сегодняшний день не тот случай. Мы поговорим с коллегами, мы посмотрим. Мы завтра в 9 часов, у нас будет бюро, исполнительное бюро партии, мы обсудим в том числе и этот вопрос. Участвовать или не участвовать? Да. А вы не знаете, где работают вот технологи, которые раньше сидели в офисе Демократической партии на Армянской? Потому что я смотрю, стиль очень... прослеживается стиль господина Плохотнюка в действиях господина Дадона в последнее время. Митинг перед выборами мне напомнил один к одному митинг, какого июня было, с бросанием индюков через забор. Действия господина Дадона последнее после выборов. Сегодня он только сказал, что мы выдвинем представителя господина Батрынчу, и тут же инициатива партии социалистов. У вас не складывается впечатление, что господин Дадон становится господином Плохотнюком постепенно, не имея официальной государственной должности, он будет всем руководить. Мы видели вот до этих заседаний, господин Дадон председательствовал на заседании фракции партии социалистов, хотя он не является председателем партии сейчас. Ну, я думаю, что да, это с одной стороны отсутствие креативности, потому что даже если смотреть по деятельности правительства, практически все те проекты, которые запускали мы тогда, когда я возглавлял правительство, и по дорогам, и многое другое, и первый дом, и все такое, практически ничего нового не придумали. И я говорил же, даже на сегодняшней передаче, что он наступает на те же грабли, которые наступил Плохотнюк в свое время. Что касается политтехнологов, я честно вам говорю, я не занимался партийной работой. Видел иногда на заседаниях, я не знаю, кто где сегодня находится, но судя по почерку, мне кажется, что наступаются на те же грабли. Просто какое-то дежавю. Вот вчерашнее решение, которое господин Шор расценил как великую победу Илана Шора по республиканскому стадиону, мне опять же напомнило ваше правительство, которое в кризисный период пыталось дать взятку США, приняв решение в июне о стадионе. И вчера депутаты, которые тогда были с вами, сейчас голосуют обратно.
Есть много таких аналогий, которые вызывают очень много большие вопросы. Ну, если люди не хотят учиться на чужих ошибках, тогда будут учиться на своих собственных. Демпартия ранее оказывалась в центре принятия ряда решений, к которым можно по-разному относиться. Исходя из сегодняшней позиции партии, мне интересно, сожалеете ли вы о том, что участвовали в принятии нескольких решений? Первое. Об отставке правительства Майи Санду 12 ноября 2019 года. Но я не один раз говорил об этом, поэтому давайте будем называть вещи своими именами. Майя Санду тогда ушла в отставку сама. Ну, голосовала демократическая партия, и ваши голоса были решающими. Я объясню голос демократической партии. Тогда мы были как раз после местных выборов. У нас было 260 или сколько там примаров. Тогда только начинались переговоры о создании там местных коалиций в местных районных советах. Если бы мы не голосовали за отставку правительства Майи Санду, тогда это означало автоматически, что мы должны садиться и говорить о создании определенной коалиции, так скажем. Да? Этого не произошло, то есть у нас не было никаких договоренностей с Майи Санду, хотя мы были тогда открыты для того, чтобы вести эти переговоры. Кстати говоря, мне тогда звонили президенты из наших соседних стран, мне звонили министры иностранных дел из стран, членов Евросоюза. Я говорю, это очень хорошо, что вы звоните, но мы должны как-то общаться с другими здесь на местном уровне. Этого не произошло, поэтому мои выводы тогда были, что они хотели уйти. Может быть, политически это даже, может быть, было правильно, потому что мы видим, что впоследствии Майя Санду выиграла президентские выборы. И, может быть, с поста президента сможет сделать больше для страны. Поэтому это политически был абсолютно корректный шаг, на мой взгляд. О том, что вы вошли, другой момент, о вхождении в коалицию с партией социалистов. Сожалеете или нет? Это 16 марта 2020 года. Нет, мы абсолютно не сожалеем, потому что мы тогда говорили, что у нас разные видения с социалистами, и мы создаем эту коалицию не для того, чтобы изменить социалистов, а для того, чтобы мы сделали что-то хорошее для нашей страны. И, кстати говоря, то, что произошло сегодня и вчера, это лишнее доказательство того, чему противостояла Демпартия во все это время, сколько мы были в коалиции с социалистами. Если бы мы не были там, тогда вот то, что произошло вот в эти два дня, эти законы, которые были утверждены, и многие другие, мы бы их имели еще много. Может быть, было бы лучше. Времени, может быть, было бы назад. Лучше. Это как гангрена, которую лучше идти раньше на операцию. Я не считаю, что было лучше. Во-первых, если называть вещи своими именами, я думаю, что много лицемерия, конечно, вообще в политике, но то, что сделали они, я думаю, что это просто много лицемерия. Например, по законам для Гагаузии, потому что они взяли сырой вариант, который только начали обсуждать. Два из них, там есть определенные моменты, которые неконституционные. Это нужно было обсуждать и довести до конца, и потом утвердить эти законы. Я думаю, потому что может быть даже сознательно делается. Почему я говорю? Я думаю, что сознательно показать гагаузам, что вот видите, мы это вот сделали, а вот эти плохие потом отменили. Суды и прочее. И все остальное, потому что вот что касается русского языка и многое другое, я думаю, что это те приемы, которые разделяют общество. Все это нужно обсуждать тогда, когда в стране тишина, так скажем, и есть такое согласие. Но когда у тебя куча других проблем, говорим о здравоохранении на сегодняшний день, о бедности, и плюс, конечно, вот это как поджигаешь спичку, когда ты начинаешь говорить о языке или еще что-то такое, люди и так устали.
уставшие и от бедности, и от... Но зато можно будет убедить Россию, этого. Что вот коалиция хорошая, приняла хорошие законы. Ну, я, знаете, как в том фильме, Москва слезам не верит. Я думаю, что... Иногда верит. А вот если вы говорите, что вошли в коалицию, чтобы этого не случилось раньше, так логически надо было оставаться в коалиции, не выходить из коалиции, вы отозвали своих министров, по сути, перед... И этого не случилось бы, была бы коалиция с Демпартией дальше. Есть два важных элемента, на которые я хочу обратить внимание. Мы вошли, и мы рассчитывали на корректные отношения с партией социалистов. Но то, что происходило, это далеко было некорректным, потому что, с одной стороны, мы с господином Додоном говорили об одном, а со спины действовали по-другому. Я хочу вам напомнить, что его люди, там, господин Вылку, Никифорчук, Андранаки и многие другие. Ваши коллеги по партии? Ну, не все. Бывшие. Не все коллеги по партии. Кроме господина Вылку. Они ходили, то шашлыки устраивали, просто работали на разрушение демократической партии. Деньгами там покупали людей, чтобы выходили. То есть вы понимали, что оставаться дальше в коалиции? Вот мы сидим и говорим о каких-то вещах. Они, конечно, говорят, да, мы ничего не знаем, да, но как без ведома того, его же люди делают это. Это некорректное было отношение. Первое. Второе. Понятно, мы чувствовали вот это уже переговоры с Шором, что они вот-вот приходят к какому-то общему знаменателю. Это все чувствовалось. И третье, самое важное, что мы посчитали нужным. Во-первых, в первом туре был очень, мне кажется, ясный посыл избирателями, пост дан, да, так как они проголосовали. Поэтому мы посчитали нужным, и я думаю, что это корректно, что независимо, кто будет избран президентом, потому что мы после первого тура сделали это заявление, дать ему возможность, то есть мы уходим из коалиции, и дать возможности построить какие-то отношения там, с парламентским большинством, с правительством. А получилось, я считаю, что дали возможность, открыли путь для создания коалиции? Нет, я думаю, что это и так случилось бы. Поэтому вот абсолютно логическое отношение с нашей стороны. И тогда мы сказали, что после инаугурации президента из просто чувства ответственности, потому что не оставлять. И еще о сожалениях. Да. А не жалеете ли вы о том, что в июле не проголосовали за отставку правительства Кику? Нет, потому что были проекты, определенные проекты, социальные проекты. И потом, опять же, я абсолютно уверен, что тогда велась политическая игра. И я объяснял коллегам, которые ходили к нам и говорили, что давайте мы проголосуем, вот, отправим это правительство в отставку, потому что можно будет потом назначать другое правительство. Неправда. Никто не собирался назначать другое правительство, потому что я говорил, давайте тогда мы соберем голоса и мы посмотрим, как можно будет проголосовать за другое правительство. Я думаю, что тогда политический ход был очень простой. А почему на сегодняшний день те люди, которые тогда хотели проголосовать за отставку правительства, где они находятся? Они находятся в большинстве, в парламентском большинстве вместе с партией социалистов, которые перешли в Пентру Молдову, извините, да? Где логика всего этого происходящего? Тогда что вообще собирались делать? Создать прессинг на господина Додона. Что вот видишь, мы отправили правительство в отставку, садись и договаривайся с нами. Просто его загнать в угол и заставить договариваться с тем же Шором или еще кто-то там, кто сидит за всеми этими нитями, за которые дергают. Я абсолютно в этом уверен. Мне нравится, как вы аргументируете. Вы были прагматиком, техническим таким, технократом, премьер-министром. Вы стали настоящим политиком. Вы аргументируете все действия, и все действия считаете правильным.
Ну, я просто логические вещи говорю. А сожалеете о чем-либо вообще вот в демократической партии? Я еще раз говорю, если говорить о прошлом демократической партии, вообще мы прошли сейчас через очень трудный период, начиная с лета прошлого года. О чем сожалею? Сожалею о том, что не настоял сильнее на то, чтобы уйти в отставку сразу вот в июне прошлого года. 7-8 июня. Да, потому что я сразу выступил с этим предложением, когда они создали уже новое большинство. Но тогда господин Плохотнюк говорит: нет, давай вот еще один день, потому что вот мы будем говорить с послами, потом давай еще один день, потому что приезжает министр иностранных дел Румынии, потом еще один день, потому что приезжает посол Америки, и все такое затягивал. Я думаю, что у него были совершенно другие. Он надеялся убедить посла Америки и всех остальных? Я не думаю, что он надеялся убедить. Я думаю, что он готовил определенные шаги за этот промежуток времени. Вот это я сожалею, потому что нужно было просто развернуться, выйти в брифинг. И о том, что вы сожалеете, я сделал выводы из вот этой книги «Альманах Павел Филипп. Три года правительства». Ну, любопытная такая история. О том, что вы сожалеете, я увидел из этой книги. То, о чем вы сожалеете, в этой книге нет. Здесь нет встреч по вторникам в офисе Демократической партии. Здесь есть очень много фотографий, но нет ни одной фотографии с господином Плохотнюком. По-моему, нет ни одной фотографии с господином Дадоном. Ну, может быть, не знаю, может, я что-то пропустил. То есть вы как бы стараетесь что-то исключить из истории своего правительства. Нет, это просто деятельность правительства. Это просто технически все, чем занималось правительство. Ну да, но здесь нет, времени. Например, запомнилась мне первая встреча президента Игоря Дадона, премьер-министра и председателя парламента 22 февраля 2017 года, когда говорились разработать концепцию по Приднестровью. То есть важные вехи в истории правительства, их нету. Их нету. Ну, не такая знаю. Лакированная история, я господин думаю, Филипп. Что, может быть, не все можно было включить в этой книге. Главное, фотографий нету господина Плохотнюка, господина Дадона. Ну, есть достаточно фотографий. История. Я, кстати говоря, если вы заговорили об этой книге, я вспоминаю, середина 2018 года. Я был очень горд тогда, потому что удалось в самом деле полностью разблокировать отношения с Евросоюзом, полностью разблокировать отношения с Соединенными Штатами. И именно тогда отменили выборы в Кишиневе. Когда я находился в Вашингтоне, после встречи с Помпео пришла вот эта весть с Кишинева. И вот и тогда я понял. И все пошло на смарку. Все мои отношения усилия были заблокированы. Практически там сколько, 2,5 года, все ушло на смарку. Да, и мы, кстати, сегодня видели заявление официального представителя Европейского Союза о том, что Европейский Союз призвал власти Молдовы уважать верховенство закона и гарантировать демократию в стране. Парламент проголосовал по ряду законодательных предложений, в том числе по ограничению полномочий президента, внесенных поспешно и непрозрачно. И самое интересное, что говорится в заявлении Брюсселя, голосование проходило без соблюдения необходимых парламентских процедур, а его поддержали лица, причастные к коррупции и банковскому мошенничеству в 2014 году. Это говорит о том, что сотрудничество... Совершенно понятно, потому что я вам скажу, как самый трудный вопрос, когда мне задавали всегда, или первый вопрос, кража миллиарда, ШОР, что там происходит с этим расследованием, да. И поэтому понятно, что я сожалею о том, что вот не было никакого прогресса. Теперь-то я понимаю, чей был проект, как это все происходило и на сегодняшний день. То есть политически я не понимаю социалистов тогда,
вот сделал эту коалицию, это парламентское большинство, на что они рассчитывают, потому что понятное дело, что все наши внешние партнеры даже слышать не будут. Не хотят. У нас еще одна короткая реклама на РТР Молдова. После этого мы поговорим о ситуации в Демократической партии. Я задам некоторые вопросы телезрителей. Оставайтесь с нами.
мы вернулись в студию. Господин Филипп, я хотел вас спросить, предполагаете ли вы, что за всем этим стоит и господин Плохотнюк где-то в игре, или это чисто игра господина Шора? И в чем здесь роль господина Платона сейчас? Ну, мне сложно об этом говорить, потому что мой стиль такой, чтобы не говорить обо всем, если ты не знаешь или у тебя нет каких-то определенных деталей. Судя по почерку, ну, предполагаю, что можно предположить, что не один господин Шор этим всем занимается. Но пока публично из декларации, которые мы слышим, видим только господина Шор. Я думаю, что рано или поздно это все равно невозможно будет спрятать. Станет очевидным. Совершенно верно. Вопросы телезрителей: поддержит ли фракция Демпартии закон о люстрации? Мне вообще непонятен этот закон, как он вдруг появился и что он предполагает. Ну, конечно, мы не будем поддерживать, потому что здесь кроются определенные интересы. Я думаю, что ввиду происходящего за последние два дня очень многое ставят на Национальный банк и на Нацкомиссию по финансовому рынку. Да. И тут есть больше игроков, которые в этом заинтересованы. Мы видели и аресты, которые произвела сегодня прокуратура. Как говорится, там это, круг сужается, и я думаю, что они скоро что-то скажут более конкретно. Поэтому и это сейчас в торопях все это происходит. Я думаю, что на самом деле это нацелено не на то, чтобы вот настоящая люстрация, какой иллюстрации мы можем говорить, а о замене некоторых руководителей. Многие не понимают даже, какой смысл слова иллюстрации. В 90-е, в 2000-е годы в это вкладывалось смысл, те не должны занимать должности. Так было в странах Балтии, которые имели должности, сотрудничали с КГБ, со спецслужбами, занимали какие-то должности в тот период. О чем мы говорим через 30 лет после провозглашения независимости? Нет, я еще раз говорю, это очень странное вообще весь этот законопроект, но мое личное мнение, что если зреть в корень, то есть ребята, которые были завязаны с этой кражей миллиарда, ребята, которые были завязаны в том, что происходило на рынке страхования. И поэтому у них очень большой интерес заменить руководителей этих институтов. Вы предполагаете, что это в том числе и президента Национального банка предполагает? Ну, я думаю, что это основная цель. С Международным валютным фондом они хотят заблокировать всерьез и надолго. Ну, мне кажется, они уже заблокировали вот этими посылами, которые они дали сегодня и вчера, то, что происходило в парламенте. Я думаю, что практически заблокирована работа с Международным валютным фондом, потому что МВФу нужна стабильность в стране. А то, что происходило сегодня и вчера, это далеко от того, чтобы назвать стабильность. Виктор Нестянов, вопрос тоже. Готов ли господин Филипп дать в прокуратуре показания против Влада Плохотнюка, Андриана Канду, Сергея Яралова и так далее? По поводу чего? Не знаю, по поводу чего. По поводу кражи миллиарда, например. Ну, я не участвовал, поэтому, чтобы я выступил как свидетель, я не вижу, что я могу сказать. Я обещал поговорить о ситуации в Демократической партии. Хотел вас спросить, какова сегодня ситуация в Демпартии? Вчера я смотрел ваш брифинг вместе с коллегами по партии, не увидел там почетного председателя Демпартии господина Дьякова. Его, по-моему, вообще в парламенте не было, не знаю, я не заметил. Он обычно очень заметен. И генерального секретаря партии Александра Жизданова. Не, они просто опоздали. То есть не надо интерпретировать, все нормально. На сегодняшний день я говорил, что мы прошли через трудное время, но на сегодняшний день я доволен составом Демократической партии. Мы очистились от тех всех элементов, которые только портили имидж партии. Вы видите, что они творят.
то есть переходят от политформирования от одного к другому. Я считаю, что это, я не знаю, ведут себя просто как определенный товар, абсолютно без никаких принципов. Это самое страшное, но слава богу, то есть мы очистились, и это на сегодняшний день совершенно другое политформирование, если говорить о Демпартии. То есть вы считаете, что с ними вы не можете дальше сотрудничать с бывшими своими коллегами, потому что было мнение, что, может быть, они могут вернуться в ПроМолдова, в Демпартию. Ну, смотря о каких коллегах мы говорим. Думаю, что ниже плинтуса это те, которые нашли какие-то аргументы или оправдания, почему они покинули и ПроМолдову. То есть, ну, естественно, что с этими людьми нам не о чем разговаривать. С теми, кто сейчас во фракции ШОРТ, скажем так, будем называть вещи своими именами. Совершенно верно. Да. А с ПроМолдова? С господином Канду? Ну, мы общаемся с коллегами из ПроМолдова, мы находимся в парламенте, в любом случае там встречаешься, общаешься. У нас не было серьезных каких-то переговоров. Вчера была очень интересная дискуссия в социальных сетях по поводу голосования, когда обвинили госпожу Руксанду Главан, что она вышла и она писала до последнего, что она против господина Дадона. И вчера голосовала за эти законы, и она написала: «Я не голосовала, Дадон должен уйти». И потом вообще стерла свой профиль на Facebook и канула. Хотя понятно, что голосовала, потому что иначе не было голосов. То есть если или голосовала, или там не было 51 голоса. Ну тогда ей нужно написать и сказать, что не голосовала, чтобы во всяком случае ее голос был посчитан. Мы говорили о ситуации в Демпартии, но я знаю, что господин Дьяков, может быть, еще там с ним пару человек, были категорически против того, чтобы вы вышли из коалиции с партией социалистов. Господин Дьяков рассчитывал на победу господина Дадона. И он не поддерживал и голосовал против на заседании, на этом вашем расширенном заседании. Какова сейчас ситуация? У вас господин Дьяков, почетный председатель и создатель партии, демократической партии, он в оппозиции, готовится уйти или он с вами? Как? Нет. Вот почему все интерпретируют? Я думаю, что это нормальное явление, когда есть разные мнения внутри партии. То есть демократической партии теперь есть демократия. Вы знаете, самое важное не чтобы все голосовали единогласно, а чтобы все уважали решение, которое принимается партией. Поэтому в самом деле господин Дьяков был против. В конечном итоге он не проголосовал против. Было два человека, он и еще один председатель одной районной организации, которые воздержались от голосования. То есть это совершенно другое, чем голосовать против. Но да, у нас были горячие споры, там мы убеждали, мы приводили аргументы. Я считаю, что это нормально. Вы знаете, вот тогда на том заседании было, по-моему, около 27 выступающих. То есть у каждого человека есть возможность высказать свое мнение, аргументировать. И я думаю, что это правильно. Так и должно, в принципе, действовать политическое формирование. Но партия остается единой, фракция, сколько, 11 у вас, да, сейчас? У нас 11 депутатов. Человек во фракции. Я считаю, что это вот этот сухой осадок партии. И это только во благе нашей. На благо партии. На благо партии. Потому что это люди, чтобы вы понимали, ко всем этим людям, которые еще сегодня находятся в нашей фракции, были другие послы, которые предлагали деньги для того, чтобы переходить в партии ШОР, сумма была побольше, в ПроМолдова тогда и многое другое. Это люди, которые смогли как
выстоять, да, не мог подобрать слово. Поэтому там цифры были очень большие. Поэтому я считаю, что вот с этими людьми нам по пути. Потому что цифры были какого порядка? Совершенно. Ну, доходило и до миллиона долларов, я об этом говорил раньше. Ставки растут. Раньше говорили 300-500 тысяч. В самом начале это было, но в конце там дошло до предложения, было до миллиона долларов. Ну, во всяком случае, мне говорили мои коллеги. И сейчас получается, что страдают и ваши коллеги здесь, и ваши коллеги на местах. Я знаю, что, не знаю, правильно назвать это люстрацией или нет, но люстрация уже идет против членов Демократической партии на местном уровне, в агентствах снимают людей там. Ну да, это действует эмоционально, поэтому я и через эту передачу обращаюсь к правительству, потому что господин Кику говорил, что это технократичное правительство, но если вы технократичное, тогда не занимайтесь чисткой тех людей, которые соприкасались когда-нибудь с Демпартией, потому что это неправильный подход. Например, уволили директора агентства медикаментов и следом еще 7 или 8 человек. Там выявили всех людей, заместителей, там, я не знаю, начальника этого агентства публичных услуг из Еловен уволили. И было еще такое. То есть это совершенно неправильный подход. То есть, ну, я все-таки считаю, что правительство должно себя вести так, как я себя вел в свое время, держаться подальше от политических деклараций и от политических дебатов или разборок. Вы-то держались, но в правительстве там разные были течения. По вторникам принимались и другие решения. И чистка тоже была определенная. Определенная чистка была. Вы правильно сказали в самом начале, что наступают все на те же грабли. Господин Канду тоже, я понимаю, когда он возмущается в парламенте и преподает уроки знания регламента госпоже Гречанной, но когда он был спикером, он поступал примерно так же. Поэтому мы должны как учиться на своих ошибках. Учиться на ошибках и сколько, улучшать свое отношение. Сколько я помню, все, кто был у власти, вспоминают об этом только когда переходят в оппозицию. Так было с коммунистами, так было с демократами, так было с другими. Как вы прогнозируете, у нас до конца года мы точно не встретимся в рамках передачи. Как вы прогнозируете ситуацию? Осталось 3 недели, даже меньше уже, до инаугурации нового президента. Осталось 3 недели до выборов, до Нового года, до того, как господина Дадона изберут председателем партии социалистов. Как вы видите развитие ситуации в парламенте, около парламента? Что будет? Ну, сложно сейчас расписать какой-то точный сценарий. Но, скорее всего, мы дойдем до досрочных парламентских выборов. Сейчас очень важно, чтобы у всех проснулось это чувство ответственности перед людьми, перед страной, и как-то идти организованно к досрочным парламентским выборам, для того, таким образом, чтобы не пострадали люди. То есть мы должны подумать, что будет с бюджетом нашей страны. И в этом случае очень многое зависит от правительства и от премьер-министра. В данном случае, когда вот эта буря между политиками, да, очень важна позиция правительства. То есть они в самом деле должны себя вести как-то более технократично, а не поддаваться там каким-то указаниям. Отставка правительства возможна когда? Ну, я думаю, что отставка правительства возможна после того, как утвердят бюджет и политику, бюджетную политику. Я тоже так думаю. Я думаю, что это будет отставка по личной инициативе, по собственной инициативе. Возможно, да. Возможно. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Удачи вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была «Пятница» с Анатолием Голя. Берегите себя.
берегите здоровье, потому что мест в больницах нет. Не слушайте, что говорят, что все хорошо, что система справляется. Не справляется ни система, ни врачи. Все устали. Поэтому берегите себя, ваше здоровье в ваших руках. Я понимаю, что мы сегодня, может быть, задели каких-то депутатов и кого-то из новой правящей коалиции. Я готов предоставить слово на реплику. Приглашаю их на передачу. Приглашал господина Сырбу и других. Они пока уклоняются, поэтому в следующую пятницу мы рады будем беседовать с ними. Я Анатолий Голя, до встречи в пятницу. Всего вам доброго.